Развитие кадрового потенциала в образовании Ненецкого округа. Эту тему сегодня обсудили на первой форсайт-сессии. Ее участниками стали руководители образовательных учреждений округа и представители профильного департамента. Площадкой для обсуждения стал актовый зал 4-й школы. Педагогам предстояло установить слабые места в системе образования, а также разработать свой план по обновлению кадрового развития в округе. Для этого они разделились на 4 группы, каждый из которой руководил модератор. Мы определили 4 кабинета, в которых они будут активно работать в течение некоторого времени, а потом будут защищать каждая группа руководителей свои проекты. И в итоге из этих проектов у нас должна получиться большая дорожная карта именно по этой тематике. После подведения итогов руководители сессии обозначили результаты и дали оценку совместной работе педагогов. Созрела просто необходимость перезагрузки в данном направлении, потому что понимаем, что тот факт, что повышение квалификации – это один из основных ключевых показателей в системе образования, так как наши педагоги всегда должны стремиться к новому, самосовершенствоваться, и поэтому данное направление будет, безусловно, отражено в данном мероприятии. Еще одной темой форсайт-сессии стало обсуждение повышения квалификации. По образовательным стандартам педагоги должны проходить эту процедуру раз в 3 года. Но из-за нехватки средств порой не удается отправить педагогов за пределы округа. В последнее время средств зачастую на это не хватало по одной простой причине. Потому что нам нужно выезжать за пределы округа. Расходы на учреждения ложатся не только за обучение педагога, но и проживание, билеты. Все это входит в стоимость курсов. Педагоги предлагают привозить специалистов в округ для того, чтобы на базе учреждения образования обучать учителей не только городских, но и сельских посредством онлайн-уроков. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».